Пусть техника играет первый. Надо было, наверное, объезжать по... Свой хаб? Или объедем? Там саплай нашу выбили. Но мы по югу лучше не объезжать. Давай разгружай. Давайте разгружай всё. Всё, вы... В компауде, на 67. В соседнем компауде на востоке трубачи. Сука! Дай фартим, я буду помечать хотя бы. Где противник мы живем? В компаунде справа от нас, на востоке. У дороги компаунд. Трубачи засели. Дай фаер-тим, я тоже метки буду ставить. Кому еще раз? Или сахарит? Снайпер, снайпер, снайпер. Да. И ему, да, да, ему. СПГ катается. Но мы почти отняли. Загружай эту соплю, мы уже, в принципе, отхватили точку. Отхватили. Сопли все уничтожены.
Нет, 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 есть, есть еще. Что дальше делаем? Сопля приехала к ним на компаунд. Что мы делаем? Я поставил метку. Атакуешь? Прямо на прямую? Ну так на самоубийство? Блин, можно больше его доводить, блин, и забрал бы соплю и подвез бы нас. Ну, кстати, да. Можно где-нибудь тут хап оставить. Здесь бессмысленно ставить. Просто всех нахуй убьют сразу. Где-нибудь тут хап может.
строить-то ничего. Сейчас привезу, сейчас. Подойдите кто-нибудь, я тут в хабе стою один. К тебе трудно пройти. Без дымов. Я, конечно, попытаюсь сейчас как-нибудь добежать. Я сюда без дымов добежу. Тебе техника подъехала в помощь. Парни, у вас патроны можно взять? Берите, берите. Спасибо. По-хорошему хаб здесь откинуть. Ну это да, но а сейчас сложно в другой стране. Строить его. Есть боеприпасы было? К сожалению, нет. А у нас медик есть тут? Мы можем обойти через юг, сделать крючок и в спину зайти. А почему я не могу поставить здесь? Никто не знает? По идее должен. Че, по идее, ты должен поставить, потому что у тебя там ни с чем не граничит. Я почти не могу поставить. Людей надо больше. Блять, надо, может, чтобы вот те двое подошли. Сейчас, да, там пятый сейчас поставит вместе с тобой, тебе поможет. Народу просто не хватает. Да. Все, у вас просто народу не хватало тебя поставить. Снайпер. Это снайпер. Что за метка лопата? Это копать типа, но он, видимо, туда поставил случайно. А, поднимите?
Да, сейчас подниму, секунду. Я его не снял. Нет, ты его сними, и меня си не поднимет. Все, он минит. Еще кто-то вроде был по выстрелам, или да, все твой был? Не-не-не, это один он был. Отлично. Ну такую мы хорошо, блядь. Сейчас снимем. Где она сейчас? Я сниму ее. Я копаю ее. Бля, сапер был. Выкопал. Справа кто-то. Справа. Минус. Все, кто-то стреляет. Кстати, это их следующая точка вроде как. Снайпер там южнее от тебя, еще люди есть. Складной, у тебя есть возможность ралик поставить там? Сейчас скину. Спасибо.
Я... Что там точка будет? Надо было нам с тобой копаться там, снайпер. Нас кто-нибудь заберет? Сопля, ты как едешь, ты, блядь, реку не переведешь, ты не приплывешь ее. Одной здесь нет смысла ставить ничего. Зачем? Ремонтку только если. Или что ты хочешь сделать с складной? НСВшку можно поставить. Тут есть НСВшки? Кто? Ну, НСВ. Пулемет этот. А смысл здесь пулемета? СВТ. Такой здесь пулемет. И тут ЗУшку, как у бомж танцев, нету. И смысл она здесь нужна. Надо было ехать и в атаку ехать или на следующую точку ехать, которая вон пытались наши построиться уже там. И то там, блядь, нас встретят. Так, там можно ставить хаб, да? Эту точку вообще бессмысленно застраивать, если только поставить ремонтку для техники и все. Эта точка не актуальна. Ее не отхватят. Может, к следующей выдвигаемся? Так что мы делаем? Одной ФК. Блять, если не кикнуть его даже, блять. Просто можно было доехать и пойти построиться в городе, потому что у нас захват, в принципе, нормально продвигается. Следующая точка после этой будет еще западней, а потом в город все пойдет.
Добить, 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 добить. Все отлично. Я даже готов для складного, если надо. Скажи вертолету, что он по мне стреляет. Че еще раз сказать? Вертолет по мне стреляет. Долбоёб. Поехали строиться, надо ближе к точке. Складной. Я не знаю, подожди. Не тормози. Подумать. Это нет. Это он на метке хаба откроется. Да ну его в пизду, блядь, он заебал уже. Стоит на месте, то УФК, то я заебался уже его ждать. Просто ничего не построишь без него. Двоих наши кинули. Слушай, складной, если ты тормозишь, перекинь мне складного. Компаунд, где компаунд сразу. Можем здесь строиться. Опа, на, блядь! Выходим, выходим, выходим! Стреляйте, блядь, трубочисты! Это б не наша, это ебашь наша. В неё! Блядь, это наша! Это наша! Посмотри! Наша стоит! Пиздец! Венс, чтобы не мучиться, пропиши в консоль респаун просто. И мы сейчас что-нибудь построим здесь. Складной, давай что-нибудь здесь хотя бы. Только, блядь, рацию не поставь, блядь, на открытое место в здании поставь. Сейчас поставлю. Так подгоните эту парашюту. Чё там у вас?
Блять, что за тупо-то, блять, а? Блять, ты возьмешься на складного или я возьму? Я возьму, он мне уже передал, я уже заебался его слушать. Так, короче, у нас сопля там. Ну, здесь, здесь она, да. Короче, сейчас жди, приеду. Смотри. А ты можешь мне сейчас перекинуть складного, я потом перекину, если ты хочешь. Я построю здесь. А что, седьмой не может поставить? Ты можешь на меня сейчас перекинуть. Чтоб время не терять. Там седьмой складной, что он не может поставить раз? Он вообще, я ему 100 раз уже сейчас говорю, здесь... блять, он вообще не игнорирует. А-а-а. Как интересно. Не к 10-му подкатить с соплёй к 13-му. Всё, я лечу, короче, к вам. Там нашел своих вроде. Все, короче, я бегу вон. Бежал, сейчас не гивапайся только. Я не я жду. Помощь. Сейчас тебя по. Ты мы тоже кинь. А, блядь! Больше нет.
Зайди или выйди, блядь. Тиснется. Рацию сразу копать. Рация в здании, копать сразу ее. Я этим занимаюсь. Стой, стой, стой. Я тебя подлечу. Или тебя не надо? Да, подлечу. Медведь. Да, я тут, я тут. Сейчас, сейчас, сейчас. Strategic command online. Да тут блин, нормально, через мир, пожалуйста. Через мир везде. Толкни нас. Парит мне это, не понятно. Ёпта, бля.
сатейч где-то. Thank you.
чё, блядь, текстурик, что ли? Гранаты туда прокидывайте, короче, они прям возле... Это не стреляйте. Не наш, вон он, ебашь. Откуда он? С дома, с дома. То есть, со входа. Со входа. Да бля! Какого дома нахуй, со входа, блядь? Что за хуйню ты говоришь? Там, в дверь, он из двери стреляет. Не, ну я тебе не настаиваю, что он там, ну хочешь, погляди. Медик, медик. Я ранен. Сейчас добьем. Спасибо. Медик, включи. Аккуратнее, следующий этаж на лестнице. На каком этаже он? Третий, на втором, третьем. На втором? Третий этаж. О, Амит! Делай ее медик! А тут хаб, давайте. Ломайте хаб. Рация этажом выше. А, вон он в углу, рация этажом выше. А тут как залезть, что?
красного потолка третируем, блядь. Да, все-таки была неплохая снайперская позиция. Есть целый склад, я положил.